Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство iPhone 12 Pro. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить запись видео с экрана. Вначале открываем с правого верхнего угла, главное не слева, а с правого верхнего угла тяните вниз, и у вас открывается шторка быстрого доступа. Здесь нажимаем на кнопочку записи, ждем отсчет в 3 секунды, и все, пошла запись видео с экрана. Теперь можем записывать видео в играх, в приложениях, там, где хотим. Нажав на кнопочку еще раз, запись видео приостанавливается. Если вы нажмете и будете удерживать запись видео с экрана, у вас вылезет вот такая вот шторка мини-настроек. Здесь вы можете включить, либо же выключить микрофон, то есть чтобы записывать с голосом, либо же без голоса. Ну и, по сути, начать запись. Вот таким вот образом начинается запись видео с экрана. В левом верхнем углу вы можете увидеть вот такую вот иконочку и нажать на кнопочку «Остановить запись» для того, чтобы запись видео с экрана остановилась в любой момент. Затем записи свои вы можете увидеть в своей галерее. Вот эти последние два видео. Одно видео было вот без звука. Можете попробовать послушать. Видите, звука никакого нет. А в этом же видео звук уже был. А в этом не было, для убедительности еще раз показываю. Что ж, вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч.